Сегодня в городе Видное началось состязание межмуниципального этапа. Наш район представляет команда ВИД. Данная олимпиада проводится в 4 тура. Даже, наверное, сначала школьный этап, затем на уровне района соревнования между школами. И в 9, 10, 11 классы лучшие ребята, которые показали результаты, они и включаются в команду. Лучших из лучших собрали со всех школ Ленинского района. Анна Бочарова – ученица школы номер 2. В дальнейшем она хочет связать свою жизнь с юриспруденцией, так как она тесно связана со знанием и применением избирательного права. Поэтому сегодняшнему дню предшествовала серьезная подготовка. Мы готовились 3 недели, очень старались, почти каждый день репетировали. Для нас это большая ответственность выступать за наш район. Оценивать участников Олимпиады будут по 2 критериям. Сначала проверка индивидуальных знаний в области избирательного законодательства, а потом командный дух, обаяние и артистизм будущих членов избиркома. Ведь для того, чтобы грамотно провести выборы, нужно сначала привлечь на них избирателя. Это требование современного времени. Ребенок должен быть разносторонне развит, он должен уметь и применить свои знания, применить свои возможности. Конкуренцию команде нашего района составят ребята из Домодедовского, Протвинского, Подольского, Пущинского и Серпуховского округов. Победители отправятся на Олимпиаду Московской области. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.